Максим Гудкин победил в номинации «Доброе сердце» с проектом развития добровольческой деятельности подростков и молодежи по оказанию помощи ветеранам. Главная цель проекта – привлечение талантливых учеников музыкальных школ к участию в бесплатных концертах для ветеранов. По мнению Максима Гудкина, музыка помогает пожилым людям отвлечься от болезней и бытовых проблем. Екатерина Ванчикова – победительница в номинации «Комфортное Подмосковье». Задача ее проекта «Парк своими руками» является создание зоны для отдыха жителей города Голицыно и поселка Большие Веземы при прибрежной территории реки Веземки. Для достижения поставленной цели участники движения очистили дно и акваторию реки Веземки от огромного количества мусора.